Сегодня выехал я на охоту. Вот сейчас здесь оставлю технику и немного пойду погуляю по лесу. Снега немного, ходить комфортно. Поэтому сегодня схожу, поищу косачей. Короче, первых косачей увидел парочку. Косачь, пятерочка сидят на берегу. Вот наставил камеру. Сейчас попробую скрасить лесом там. По открытому полю они точно меня не подпустят. Попробую пройтись вот здесь. Отсюда их, наверное, даже на камеру и не видно. Метров 80 сейчас до них. Сейчас еще попробую маленько до края леса подойти. Если подойду, то попробую выстрелить. Вот до вот этих берез. Вот зараза, уже улетели. Да, подойти к ним практически на открытом месте невозможно. Что тут метров на 80 приблизился, еще ни о чем. Вот на вот этих. А, это одна, кстати, раздвоенная береза. На ней они сидели. Вот до сюда дошел. Вот если бы я дошел до края леса, это был бы уже на выстрел. Вот еду я уже. Поменяю маленько локацию, дальше уеду. Посмотрю косачей. Пока вообще голяк. Тут лосишка вот прошел. И туда куда-то в стену убежал. Тут же вот волчий след по дороге. Огромный такой, где-то я тут его закатал. Сачи на меня налетели. Вокруг селись, а я посреди поля. Сейчас попробую к одному подойти.
Зараз не стрельнуть. Так, есть. Ёлки-палки. Ага, вижу. Вижу. Эх, он... Вау! Ух ты! Блин, хотел в голову. Завысил. Что-то, да? Фу, красавчик. Налетели на меня, я уже не ожидал вообще их больше сегодня встретить. Я вокруг, там вот поле, посреди поля стою, и они вокруг так. Второй выстрел, конечно, я зря сделал. Хотел в голову. Ну хорошо, что не попал, а то бы на адреналине его бы разорвал. Ну, вообще здорово. Вот к косачу подойти с подхода это гораздо сложнее, чем подойти к глухарю. Мне просто сегодня, это просто мой был. Мне повезло. О, довольный, сейчас поеду. Назад. Весь день сегодня по лесу мотался, уже не надеялся, конечно. Я даже не надеялся их увидеть сегодня. Красавчик.
А за ним еще дальше второй был. От первого же выстрела он тут же слетел. Здорово. Стройки. Без контейнера. И это тройка, но из края это рекорд, по-моему. Что-то такое. Ну здорово, здорово. Надо это дело обмыть обязательно. Чаем. Горячим. Вот этот красавец, которому я уделил сегодня весь день. Фу. Ну вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем всего доброго. Пока.